Если б не Динка, то Римины котята погибли бы. Динка своим молоком, у нее молока много, видимо, знаете, что остались от котят. У нее было трое котят у Динки, четвертого она загрызла, видать, больной была. Вот это она помогает Риме выкармливать ее котят. Рима очень маленькая, Рима вообще как полкошки. Даже как треть кошки Рима, где она, кстати, есть. Вот, ну вы видели все. Муркина дочка. Вот. Вот Рима родила четверых крупных. Она бы в жизни бы не выкормила их. У нее не хватает молока категорически. Вот эта Динка помогает выкармливать Римин, хотят. Заодно тут у нас сейчас это самая Грета, это Тучка и Дора. Да так, сейчас я их отсюда откину, потому что они обнаглели. Потому что малышам не хватает молока из-за... Так, Тучка, до свидос. Дора, до свидос. Грета, да, давай отсюда, чеши, крути педали, пока не дали. Так, а ты давай, можешь присосаться. Не надо сюда идти, от наглой гадости. Короче, разберетесь сами. Это Люсик. Вот это Люсик. Наелся, что ли? Ты смотри, что творит Тучка. Ты смотри, что творит Грета. Динка. Ты их не можешь послать. А Динка думает, что это ее котята. А Динка котят мы уже давно пораздавали. Помните? Рэмбо, Рокки и... Ой, кто еще? Ой, забыл уже. Кошечка была. Рэмбо, Рокки, пацаны... Я все путал, думал, что это кошки. Назвал их Рая и Рита. А как же ж назвали кошечку Динкина? Ёлы-палы. Тоже отдали. А, не, наоборот, наоборот. Рэмбо, Рокки и Динар. Трое пацанов у Динки. Рэмбо и Рокки. Я сначала назвал их Рэмбо и Рокки, потом подумал, что это кошки. Мне Оля сказала... Ой, это кошки, у него писки, пилотки, там нет писюнов. Короче, а там же непонятно, они же маленькие были. Я думал, я назвал их Рая и Рита. А потом в итоге уже выгрызли коты. Рэмбо, Рокки и Динар. Ушли все, давно ушли. Динкины котята. А четвертая уже она загрызла кошечку Брики. Потому что, видать, больная была, не знаю. Реально, вот забрал у нее, она ее ела. Она ее просто ела, ела, аж кайфовала. Но это природа, ребят. Это учение или Павлова Ивана, или Чарльза Дарвина, не знаю, как это называется, что борьба видов там, ну, что родители или бросают больных, или уничтожают их. Вот, смотрите, кошка бросила котенка, вот этого, что я с Китного забрал, с пасека. Он умер, 10 дней пососал в сельскую мэрию и не выжил, видите. Динка загрызла Брики. Видать, больная была кошечка эта. Это природа, нам не понять это все. Видите, Ваня пришел сельску сосать на голицы. Давайте, я пошел... Пушильде, я Пушильде принес на откорм, потому что очень худая, очень поганенькая она, я прогрестовал Пушильду там возле кладбища, возле мусорки, вы же помните, Пушильда, там живут еще Абрикоскин, Апельсинкин и Хмарка. Вот я Пушильду забрал сегодня сюда, пока она забилась там в комнате, всех боится, сейчас буду как-то ее в курс дела вводить.